Офигеть! Трешур Хантер! Стартрек! Он же офигеть, сколько стоит! Сколько? А сколько он стоит? А что это за мощь? Откуда? Чего? Керамбит Голд! Да подожди ты! Я даже развернуться тебя убить не могу! Да пошел ты нафиг вообще! У тебя никогда не будет такого скиллового тренера, как я! Чувак, ты че? Бешеный, что ли? Все, пока! От 15 рублей верни. Ребят, хотел бы вам порекомендовать новый сайт Steady Drop. На этом сайте появилась новая функция контракты, а также вы можете выбить крутые арканы по самым низким ценам. Также на сайте есть 4 бесплатных кейса, а при авторизации вы получаете халявных 10 монет на свой баланс. Steady Drop. Открывай кейсы с удовольствием. Так, алло, привет. Привет. Так, я так понимаю, ты тренер, да? Ну, да, я тренер. Ага, понятно. Ну, давай тогда свой ID, я тебе добавлю и сыграем там. Какой ID? Не понял. Ну, свой ID. Че за ID? Никнейм может? Ладно, а у тебя под никнеймом есть ID, там, рядом с никнеймом, его под никнеймом. А, вот циферки? Да, да, циферки, циферки. 222? 222? 02? 02? 178. Так. Да. О, а это ты на Ави? Ну да. А чё Ник сыр? Я люблю сыр. Понятно. Может, это ты в детстве, не знаю, какой-то у тебя голос более грубый. То, что у меня скины, там не обращаю внимания, это не мой аккаунт. Так, ну что, на какой карте играть будем? Санстон. Санстон, окей, полетели. Так, ну ты-то мне можешь показать какую-то раскидку, как правильно стрелять и так далее, чтобы я просто профессионалом был и всех раскидывал, да? Конечно, конечно. А пока загружается, можешь сказать, сколько у тебя вообще, сколько ты преподаешь? И вообще, стой, подожди, почему за 15 рублей ты тренер? Почему так дешево? Ну, вообще, как бы для меня 15 рублей это нормально. Ну, как тебе, я сделал скидку. Скидка, я понял, со скидочкой, да-да-да, понял. Хорошо, такой вопрос, сколько ты вообще, ну, долго ты тренируешь вообще людей? Ну, типа, долго вообще, нет? Ну, я уже как 10 лет тренер и, ну... 10 лет? Тренирую, да. А ничего, что игра, игре там года 2 всего? Неважно, в общем, сколько-то лет тренер, в общем, главное, что я тренирую, и все. Делаешь, я ничего не могу сделать. Ого. Ой. Ну, это я, подожди, это я просто... Офигеть, статтрек! Это я просто АИМ включил, но тут ты не обращай внимания, я просто с читами пока что играю. АИМ, знаю. Ну, это я так, просто я просто нуб, я не умею играть, понимаешь, и приходится АИМ продрубать. Так вот, я тебя научу. Да, конечно, научишь. А можешь мне сказать, пожалуйста, ну, сколько у тебя учеников было всего? Ну, 1000, 2000, может быть, больше, я не считал. В общем, очень много у меня учеников. Ого, это что, ты, получается, каждый день по 5 человек обучаешь? Ну, да. О, нифига себе, мне с тренером... Ты сегодня четвертый. Сегодня четвертый, нифига себе, мне с тренером повезло. Ну, давай обучишь мне тогда всем своим навыкам и... Начнем с чего? Давай, наверное, знаешь что? Давай, ты... Ого, ничего меня подкинуло. Давай, знаешь что? Давай начнем, наверное, с дуэльки, подуэлимся пару раз с тобой. Давай. Ну, ты покажешь, как правильно стрелять там и так далее, чтобы я, ну, я видел... Конечно. С кем дело имею, вот. Покажешь, давай там... Сейчас я тебя разнесу. Только на Б, только на Б будем играть там, да? Только Б, окей. Только Б, да. Теперь я перестану поддаваться тебе. Я тебе немножечко поддавался, хотел проверить тебя. Вот. Подожди. Офигеть, статтрек, юмпи! В смысле? Я не знаю, что это за скин, мне просто друг дал поиграть с ним. Офигеть, у тебя друг миллионер? Ну, просто какой-то обычный скин я сдал. Аша, это классный скин? Да. Дай-ка посмотреть. Подожди, ну-ка, мир. Стой, подожди, давай я тебе... Ну, хочешь, у меня еще какой-то есть, я не знаю, это нормальный скин вот это вот? Что? Офигеть! Трешур Хантер! А что, это вообще классный скин? Дай посмотреть. Он дорогой вообще? Я не могу подобрать. Статтрек! Он же офигеть, сколько стоит! А сколько он стоит? А что это за мощь? Откуда? Чего? Керамбит Голд! Керамбит Голд! А что он дорого? Откуда? Дорого стоит, что ли? Откуда у тебя? Так у тебя он офигеть сколько... Офигеть! Ну-ка дай посмотри, дай я заскриншочу.
Офигеть! Меня научили играть, я просто вообще не умею играть. Не, я научу, я научу. Как я тебя так убил? А пупить! Ты как меня убил? Да я не знаю, что ли? Да я просто нажал на кнопку, оно просто само, типа, ну, я не знаю как, честно. Ладно, давай закупим флешки, гранаты, и ты мне покажешь, как раскидывать, а то я вообще не умею, ну, не знаю, что и как, покажешь мне, как правильно. Вот, это обычная граната. Так, обычная, куда мне, как ее правильно кидать? Ну, там челики выйдут, вот из того туннеля. Так. И ты на них кидаешь гранату. А если они не выйдут, тоже кидать? Да, все равно кидай. Так, на шару чисто, да? Флешку потом. Флешку, ну-ка, какая флешка? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Ты что, умер? Отдавай 15 рублей, я тебе за что платил? Алло! Слышишь, тренер, алло, очнись, за что тебе 15 рублей платил? Алло, прием. Да-да, все, давай дальше. Тренер, смотри, не пропадай мне, я думал, уже 15 рублей профукал. Рассказывай дальше. Так вот, дальше. Флешка. Зажимаешь ее. Смотришь вверх. Так, и так. Просто кидай в небо. Просто в небо? В небо кидай. А так и должно, что она меня слепануло? Да. Да, так и надо, да? Так просто и надо. Тупо в небо. Может вот так вот как-нибудь, небо. Я не знаю, может как-нибудь откинуть так, чтобы не слепило тебя, не? Не-не-не, просто в небо. Просто в небо. Чтобы всех ослепило. А, чтобы всех весь. Ну, то есть это. То есть типа пожи. Я понял. А смог куда прокидывать? Под себя, дымок. Наверное, да? Под себя, наверное. Ну, да, дымок, чтобы тебя не видели. А, то есть ты под себя кидаешь смог, и чтобы, ну, как бы скрыться в тени, да? Ну, в дыму. Да, в дыму. Нифига себе, слушай, вот эта тема. А можешь какие-нибудь особые раскидки показать, знаешь, ну, вот прям на карте, чтобы особые были? Вот куда ты все время кидаешь? Как куда я все время кидаю? Это на миду у меня самые любимые мои раскидочки. Ого, давай, давай, давай. Я сейчас тебе покажу. Давай, на так, миду. Так, ты на миду? Да, на миду, да. Вот, сначала кидаешь вот так вот. Так, а ты так и должен стоять здесь посередине, а если тебя убьют? Да и кто меня тронет, слушай. Вот так я кидаю. О, гранату, да? Потом, затем смог. Смог, а смог зачем? И затем также это... слеповую. Правда, по мне тоже попадет, но главное все туда скинуть. Тупо просто туда вот скидываешь весь хлам свой, да? Все три. Нифига себе, слушай, нормальная такая раскидочка. Ну, ты профессионал, я смотрю. Ну, давай тогда с тобой сейчас сыграем, наверное, или как? Да, 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 да. Начнем, наверное, сразу с разминочки, будем играть прямо сейчас. Ой, привет. Ой, ой. А что ты так... Подожди. Блин. Ой. Тренер, ну давай как-то, не знаю, нормально. Ну, а что ты так? Как ты так умираешь? Подожди! Тренер. Да ё-моё! Тренер, ну ты же тренер, ты должен меня учить. Давай хотя бы. Сейчас! Да! Ладно, все, разминка закончилась. Я понял, разминка закончилась, сейчас мы нормально с тобой сыграем. Это так, чисто разминочка была, да? Вот, полетели, да будем сейчас нормально играть с тобой, да? Да. На миду встретимся. Так а что ты так злишься? Ты же, ну, просто умер пару раз, да и все. Ой. Блин, какого? Подожди, это... Сейчас я тебя убью. Блин, тебе тупо везет. Подожди, Лаки! Кемпер! Крыса! Подожди! Как крыса, чувак? Да я не успеваю! Тихо, тихо, что ты бомбишь-то так? Я не успеваю! Да подожди ты, я даже развернуться тебя убить не могу. Да пошел ты нафиг вообще, у тебя никогда не будет такого скиллового тренера, как я. Чувак, ты че, бешеный что ли? Я ж купил у тебя уроки тренера. Ты куда, ты что, ливнул что ли? Алло. Все, пока. От 15 рублей верни. Пацан, он ливнул походу. Это просто жесть. Я чисто его разносить начал, сколько его, 8 раз подряд убил, он тупо забомбил и вышел. Блин, это просто жесть, пацаны. Но за это тупо подписочка, ребята, лайк. И если вам понравилась данная рубрика, то я обязательно найду еще одного тренера какого-нибудь и попробуем такую же тему замутить, ребят, с вами. А вот, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ребята. И... пишите, что вы думаете по этому поводу. Понравилась вам такая рубрика или нет, ребята? Если вам понравилось, если вам зайдет, то я сниму еще обязательно еще одну рубрику. Всем спасибо, всем пока-пока, ребят.